Приветствую вас, аноним. В первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы не задаете вопрос свой. Вот, да, вы описываете ситуацию, безусловно, ситуация не очень хорошая, но вы не задаете вопрос. То есть непонятно, что вы хотите. Вот. Условно говоря, муж ваш, если не хочет чего-то, то его не заставить. Так это нужно понимать, как мне кажется. Вот. А, соответственно, если, ну, если вы хотите, чтобы он менялся, если вы хотите его мотивировать, вот, то как бы нужно смотреть подход, подход к нему. Вот. Если этого не делать, вот, то шанс на то, что отношения гармонизируются, практически нет. Значит, давайте мы с вами, наверное, так вот последовательно немножко разберем то, что вы написали. Значит, муж скандалит. Агрессирует, обижается на вас. Злится. Потому что ему страшно, что вы меняетесь, а он меняться не хочет. Не может, боится. И появляется страх, естественный страх, как мне думается, что вы изменитесь и от него уйдете. А он будет, соответственно, чувствовать себя униженным, раздавленным и так далее. Вот. И, как мне кажется, человек бежит от своей, от своего страха. Человек именно что бежит от своего страха. Вот. Но многие мужчины, к сожалению, бегут от своих страхов, и, на мой взгляд, ваш муж, как бы, один из них, хотя понятное дело, что я могу ошибаться, и понятное дело, что я могу быть не прав, я как бы, ну, не претендую на истину, но вот я знаю, что такое действие, такие действия, точнее, такие действия, вот какие вы описываете, да, это действие человека, который довольно сильно боится. Это действие человека, который довольно сильно тревожит, испытывает тревожность, испытывает страх какой-то. Вот. И так далее. То есть, ну, мы сейчас понятное дело, не говорим о том, там, хорошо это или нет, и так далее. Вот. Сейчас мы говорим именно о том, что есть, именно о том, что происходит. Вот.
Мне кажется, если вы преследуете свою реакцию на его, ну, на его поведение, то сможете отреагировать так, как вы чувствуете, без излишних настроек, без излишних наслоений и наложений других реакций, других, ну, поведенческих элементов. Вот. А, конечно, если вы этого хотите. Я не знаю еще, хотите ли вы этого, вот. Но если хотите, то может. Иными словами, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы реагировать на действия вашего мужа, на его чувства своими чувствами, а не разумом, как это вы сейчас, мне кажется, пытаетесь делать. Повторюсь, я могу быть неправ, я могу ошибаться. Но мне так видится. Вот. Ну вот эта ситуация, которую вы описываете, мне видится так. Через призму этого мне видится. То есть это классическая история, когда один партнер начинает меняться, другой партнер остается прежним и возникает напряжение. То есть это вообще классика, я бы сказал. Вот. Но классика это, конечно, не в том смысле, что все понятно. Нет. Классика это в том смысле, что всегда возникает злость, всегда возникает обида и так далее. А вот научить, например, вас научить, например, обращаться со своими переживаниями, своими чувствами, да, научиться мужа своего слышать, именно слышать его чувства. Это, мне кажется, очень важный навык, которого у вас нет. И если говорить о том, что можно в этой ситуации сделать, если говорить о том, что можно в этой ситуации сделать, то я бы, наверное, в первую очередь говорил бы об этом, о том, чтобы научиться слышать человека, вот, и реагировать уже именно на чувства, ваши чувства,
точнее, на его чувства реагировать вашими чувствами. Вот так. Я бы сказал. А вот, в принципе, то, что можно им ответить. Это такая вот, ну, в какой-то степени комплексно работая, ну, вот, по гармонизации ваших отношений. Следующее. А вы сами как-то реагируете на то, что муж обижается и так далее. То есть вы, ну, условно говоря, значит, пишете, что он, муж, треплет вам нервы, говорите вы. Вот, и соответственно, то, что муж треплет вам нервы, свидетельствует о том, что вы, вероятно, болезненно реагируете на его такое поведение, но также не замечая того, как вы реагируете. Вот. Ну, вот так, так же, ну, не видя того, как вы реагируете. Вы, мне кажется, выходите из этого, ну, из этого состояния, вы выходите из этого, из этих чувств вы выходите. Вот. Я бы так сказал. Соответственно, желательно бы, чтобы вы замечали то, что, ну, то, что вы чувствуете, то, что как вы отзываетесь, как откликается вам действия мужа. Вот. И реагировать таким образом. Ну и самостоятельно разобраться с тем, что вы именно конкретно чувствуете и как вы это ощущаете, да, например, чтобы понимать уже, что с этим делать, чтобы прийти как-то к тому, что с этим делать. Вот, ну, чтобы отдавать себе отчет в том, что с этим делать. Вот. Такой вот момент, я бы сказал. То есть я бы вот на это бы сделал упор. Я бы на это обратил бы ваше внимание. Вот. Что еще хотелось бы добавить? Ну, в первую очередь то, что вы молодец. Молодец, что начали заниматься собой. Вот, вы молодец, потому что далеко не каждый человек это делает. Я считаю, что вы молодец, вы большая молодец, что решили заниматься собой, своим, значит,
своим здоровьем, да, и так далее. То есть все это очень важно. И естественно, что, ну, есть какие-то сопротивления, вот, стороны мужа, и как мне кажется, что не только с его стороны может быть здесь сопротивление, но и стороны менее близких людей тоже. То есть вам пока, мне кажется, повезло, что никто другой не реагировал негативно на то, что вы делали, но это вполне реально, поэтому изменениям противятся все, это нормально, поэтому вы большая молодец. Дальше. В какой-то степени муж пытается вами манипулировать. Он это делает, ну, не потому, что он какой-то плохой, потому что по-другому он не умеет, как бы так сказать, он по-другому не умеет обращаться со своей болью, он по-другому не умеет обращаться с тем, что он чувствует. И, возможно, это единственный для него способ. Я думаю даже, что это все-таки единственный для него способ. Вот, это единственный для него способ, ну, выходить из напряженного состояния, вот, в котором он оказался. Вот. Такой момент, то есть важно понимать, что поскольку это манипуляция идет со стороны мужа, осознанно или нет, то реагировать на нее, на эту манипуляцию нужно спокойно, да, то есть, ну, своими, повторюсь, опять же, своими чувствами реагировать нужно, если вы хотите, ну, реально, да, чего-то добиться, если вы хотите все-таки свои отношения с сыном сохранить, да, например, если вам этого хочется, то нужно реагировать чувствами, вот, чтобы не было эскалации конфликта. Вот сейчас, мне кажется, вы можете конфликт усиливать. Ну, понятно, что вы это можете делать не специально, не говорил, что вы это делаете специально. Вот, я просто говорю о том, что эскалация конфликта, ну, ничего хорошего как бы не принесет. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, этот момент в виду, да, имейте, пожалуйста, этот момент в виду, вот, когда условно там будете решать, как вам двигаться дальше, вот. Пытаюсь, здесь есть некоторая сложность, потому что вы не написали вопрос. Вот, ой, то есть, ну, ситуацию как бы вы озвучили, именно ситуацию, вот, а вопрос нет, и, соответственно, как бы здесь есть сложность, ну, в этом вот контексте, вот. Такой момент.
это вот то, что я хотел бы вам сказать. Точка зрения терапии, точка зрения психотерапии, точка зрения семейной психотерапии, да, даже вот так вот, ну, такой момент здесь, вот, имеет место быть. Наверное, на этом все, вот, наверное, больше добавить особо нечего, вот. Ну, мне, по крайней мере, то есть я думаю, что вы большая молодец, я думаю, что чего вы знаете, чего вы хотите, точнее, вы знаете, вот, мне кажется, что так или иначе, проблему свою вы решите. Вот, просто я думаю, что здесь идет вопрос о том, какими потерями вы решите. То есть, ну, какой ценой. Вот. И сейчас, я думаю, сейчас, вот именно сейчас, решается вопрос о том, насколько безболезненно пройдет вот то, что вы хотите, ну, вот, насколько это безболезненно будет для вас, вот. Соответственно, для того, чтобы это было максимально безболезненно, максимально, ну, комфортно для вас, мне кажется, имеет смысл, значит, заняться психотерапией, вот, и, возможно, семейной, как бы, терапией, да, вот, и уже там дальше будет более-менее видно, в какую сторону, куда вам двигаться, чтобы свою проблематику решать. Как-то так. На этом, наверное, все. Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя выводы. Ну, какие-то выводы, надеюсь, вы для себя сделаете обязательно, потому что только так можно продвинуться вперед. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что обратная связь, которая появится у вас в ответ на, например, мое мнение, мои мысли, послужит началом терапии. Вот, послужит началом плодотворной работы над собой. Ну, каждый из специалистов будет готов и с радостью вам окажет помощь. Вот. Мне кажется, что процесс изменений, он у вас уже начался. Мне кажется, что вы будете дальше хотеть, как мне кажется, только большего. Ну, в смысле, все больше и больше меняться вы будете хотеть, это нормально. Вот, поэтому что называется, только немножко направить. Только бы немножко вас направить, чтобы вы, ну, научились взаимодействовать с людьми, когда меняетесь. Вот, потому что это не всегда такая история. Это не всегда безболезненная история. Как вы, ну, наверное, сами уже можете это видеть, как вы уже сами можете это наблюдать. Значит, удачи вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ситуация начнет меняться.